Сегодня в системе городского транспорта маршрутное такси – одна из самых популярных категорий. Ежедневно эти автомобили перевозят десятки тысяч пассажиров. Скорость перемещения и удобство – два критерия, которые определяют выбор людей. К сожалению, в последнее время именно водители маршрутных такси, как правило, становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Действительно, водители маршрутного транспорта и такси допускают довольно часто нарушения в виде проезда на красный свет, в виде превышения скоростных режимов, не пропуска пешеходов, то есть неправильно проезжают пешеходные переходы. За 2018 год произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей маршрутного транспорта, в которых один человек погиб и 27 получили травмы различной степени тяжести. Водители маршрутных такси – такие же участники дорожного движения, как и другие автомобили, но ответственность у них намного больше. Как правило, на борту не менее 10 человек. Однако особое внимание к водителям маршрутных такси не дает повода расслабиться другим участникам дорожного движения, которые имеют свои права и обязанности. За 2018 год около 4000 водителей были привлечены за различные нарушения. То есть это могли быть и мелкие дорожно-транспортные происшествия, и не пристегнутые ремни безопасности, и разговоры по мобильному телефону. Также, чем часто у нас пренебрегают водители маршрутного транспорта, это перевозка пассажиров сверх нормы. С этим мы тоже стараемся бороться. Непостоянство погодных условий, ранние сумерки – ни один из этих факторов не должен сказаться на безопасности движения. Именно поэтому сотрудники госавтоинспекции призывают всех быть внимательными на дороге.